Драконы на водах Днепра. В Киеве проходит чемпионат Украины по гребле на драгонботах. За его награды борются более 600 участников из 12 областей. По результатам этих соревнований сформируют сборные Украины, которые выступят на двух мировых первенствах. Подробности Елена Дидух. Так, ребята, вот камера нас снимает, поэтому мы сюда улыбаемся. Красавчик. Класс. Команда «Драгонбот Клаб Киев» – одна из главных претендентов на участие в клубном чемпионате мира. На первенстве Украины выступают на каноэ-десятках, мужских, женских и смешанных экипажах на дистанциях 200, 500 и 2000 метров. В первом заезде на 200-метровке побеждают, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Был сильный ветер, еще и волна шла боковая такая, то есть, ну, мешал, но мы справились. Гребцы жестко держали лодку ногами. У участников и организаторов чемпионата Украины по гребле на лодках «Дракон» несколько стратегических задач. Это отбор 30 лучших спортсменов, которые представят Украину на чемпионате мира среди национальных сборных в Таиланде с 16 по 25 августа. Также нужно определить 4 команды для участия в клубном чемпионате мира. Он пройдет здесь, в Киеве, с 12 по 15 сентября. Каждый регион провел отбор, каждый клуб провел отбор. И сегодня мы видим здесь, на водной арене, лучших спортсменов, которые достойны представлять именно свой регион. И, соответственно, из числа этих спортсменов будут сформированы команды на чемпионаты мира. Звук барабанов и летящие Днепром экзотические лодки с головой и хвостом дракона привлекают внимание людей, гуляющих по набережной. Большинство из просто отдыхающих превращаются в болельщиков соревнований. Ну, во-первых, это зрелище. Вы посмотрите, барабанщик, рулевой, как бы мужчины красивые сидят в лодках. Это прекрасно. В сентябре болельщиков ожидает еще более грандиозное зрелище. На клубный чемпионат мира в Киев приедет более 2000 мастеров драгонбота со всех уголков планеты. На сегодня свое участие подтвердили 27 команд, в том числе из Америки, Канады, Гонконга. А в следующем году Киев будет принимать чемпионат Европы. Елена Дидух, Сергей Савчук, UATV.